прокомментируйте, пожалуйста, присутствие вас, как представителя госавтоинспекции на территории, ну, так называемой стихийной торговли в нашем городе. Вот сейчас, как мы видим, есть здесь несколько видов тяжелой техники, которая приехала демонтировать один из контейнеров. Почему оказались здесь и вы, когда это произошло, кто вас вызвал и что вы предприняли для того, чтобы здесь каким-то образом... Идет по поводу ваших вопросов, идет совместная операция с Южнинской городской юстицией о демонтаже якобы павильона, который находится в незаконном порядке. Мое личное нахождение здесь и присутствие для ограничения проезда там автомобилей, которые могли бы помешать или препятствовать для выполнения необходимых работ по поводу демонтажа. А вы ограничили проезд на территорию вот этого часа, ограничили столбиками специальными. Почему так? Для того, чтобы как бы здесь не особо свободный момент был для проезда, как бы кому надо там проехать, хлеб выгрузить, там у кого доставка воды, там лекарства, то есть без проблем для них проезд не ограничен. Тут вижу так три вида техники тяжелые. Во сколько вас вообще вызвали? Я, может, пропустила этот момент. Во сколько вы узнали о том, что здесь что-то происходит? Вообще операция начала 6 утра. И вы тут прям с самого утра? Ну, как бы не с самого утра, скажем так, с часов 9 где-то. А то, что здесь стоит вот этот, как это называется, я не знаю, маленький экскаватор, погрузчик, это вообще не нарушает, ну, как-то правил дорожной безопасности, это стоит на пешеходной дорожке, может разбить тротуарную плитку? Нет, он четко расположен, поэтому и он не падал, его просто аккуратненько, скажем так, поставили, поэтому никаких мы повреждений покрытию асфальтному, плиточному мы создавать не собираемся. Хорошо, я как у компетентного лица у вас имею право спросить, вы же присутствуете здесь с утра, были попытки у этой тяжелой техники демонтировать этот контейнер, потому что владельцы говорят, что они тут с самого начала случайно оказались, не знали о том, что будет происходить, оказались случайно, но вот стоят, защищают свою территорию. Какие-то попытки действительно разбить контейнер были или ничего нет? Там уже другие, конечно, ко мне вопросы, наверное. Попытки, наверное, давали им возможность самим как бы убрать это все, чтобы не ломать, как говорится, ломать не строить. Поэтому они пока пытаются самостоятельно сделать, и дабы не повредить вышеуказанный объект. Поэтому ждем возможности. Такой варварской ситуации, как в прошлом году это было, когда приехали, поразбивали вот тут вот угловой, такого не было, да? Вы видите, по ситуации, наверное, такого не было. Ну, что в прошлом году было, я тогда не присутствовал. Поэтому... Ясно. Хорошо. Спасибо большое за комментарий. Все, включаю.